Бабур, как дела? Дела не очень на самом деле, но я стараюсь держаться. Оттон сарамдыль, хэнбукаги. Уе. Не, молодцы, мизо, мизо, окей, окей. Андрюша, спасибо за розочку, спасибо большое. Любопытно, почему нет геля на ногтях? Сейчас восстанавливаю ногтевую пластину. Вообще, если бы у меня были хорошие крепкие ногти, я бы вообще не делала никакие гели. Просто у меня настолько тонкие ногти, что они ломаются прям, вот видите, под корень, вот прям под корень. Любое какое-то не такое, не слишком удачное действие, все, они ломаются. Такие тонкие ногти у меня. Тоненькие волосы, тоненькие ногти. По этой причине я делала укрепление гель-лаком. Делала до этого, но никогда не вот, ну, обычно не наращивала. Один раз в жизни наращивала ногти, и то потом сняла заранее, ну, как сказать, до окончания носки. Когда нужно было операцию делать в Корее, меня усыпляли, и нужно было сбривать, короче, один ноготь. И я полностью вот сюда специальные датчики такие ставятся, когда делают операцию в Корее под наркозом или как там, анестезия, не знаю, как она называется, наркоз, наверное, да? Сюда какие-то специальные датчики ставят, и поэтому здесь не должны быть ногти. И я спиливала ноготь полностью, чтобы чистый палец был, чтобы ток проходил по датчикам, как-то пульс, вот все хорошо чувствовалось. И потом пришлось все обрезать. И больше никогда не делала нарощенный, да. И постоянно вот начала делать гель-лак. Но из-за того, что в драке повредила ноготь, дралась там с одним парнем, оторвала ноготь, пришлось все заново обрезать, лечить, восстанавливать. И вот сейчас два ногтя отросли, вот они хорошенькие. А эти... мастера ногтевого сервиса очень сильно спилили. Сильно спилили конкретно. Вот так. Пильнули просто по-жесткому. Специально или что, или такое мастерство у них в кавычках. Ну, короче, шлифанули мне прям до мяса. И у меня сейчас постепенно отрастает. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. Эй, не рассказывайте, да, про свои вот эти вот, кому там что, с наркозом без. Нарощенные ногти портят ногти. Ну, однозначно, но гель-лак — это же нормально. Гель-лак — это нормально, поэтому... У меня были очень длинные ногти, красивые свои. Но из-за того, что больные ногти были, нужно было все срезать. Для эстетики. Ладно, я полью бензин. Завтра ехать. Завтра дорога дальняя нам предстоит.